всем привет, тоже по ссылочке от меня. Не беспокойтесь, у нас почта заработала, по ссылочке пойдут дело. Быстро пробежимся, кто получает. По ссылочке, да. Сорян. Тихонечко. Пошел бежать. Так-с. Вот. Короче, по ссылочку я посылаю поначалу в Россию, Краснодар, каналу Монетки. Он дальше пересылает конвертики, которые должны быть в России. Это, наверное, там Димон, канал Ром-Ром, еще кто-то. Ну, это сейчас Светлана, не помню. Основной конверт большой посылается в Украину, Кривой Рог, юному коллекционеру. Вот, и оттуда посылается дальше конверты по Украине. Вот, вот как бы договорились со всеми. А, извини, Мухит, тебе в Казахстан неделя пошлет конверт Сергея с России. Вот, и как бы все получают свои конверты. Если кто-то не успел, или я ошибся где-то в каком-то адресе, или не записал, или что-то пропустил, ребята, напишите на e-mail, следующая посылка, и получите тоже все. Никто не останется обижен. Только сказал, только сделал. Всем пока и удачки. Ждем посылки.